наш турнир на данном этапе сейчас имеет такой начальный этап подготовки. Дети, которые занимаются где-то от года и двух, детишки приехали достаточно подготовленные для такого этапа подготовки. И, на мой взгляд, турнир получился очень красивый, зрелищный. Дети всегда очень эмоционально реагируют на победы, поражения. На мой взгляд, турнир как бы удался.